Дело в том, что машина ехала очень быстро. И изображение смазано. Нельзя различить номера. Но эксперты над этим работают. И сколько это продлится? Я не знаю. В любом случае, вам нечего волноваться. Потому что Валентина под арестом, а это, если этот хвост ее сообщник, ему сейчас не надо лезть на рожон, он об этом знает. Ну, хотите, вам охрану дам? Обойдусь. Орудие убийства. Мотив. Возможности. Три составные части доказательства вины. Есть еще четвертое. Чистосердечное признание. Облегчит нам всем задачу. Мотив, выдумка. Яд подбросили. А момент убийства у меня есть алиби. Во время фуршета я была у Евгения. У меня ничего нельзя было придумать. Заказчик делает алиби исполнителю? Это вы тут премудрости разводите. А все намного проще. Евгений любит Софью и переживал за свой развод с ней. И поэтому он всегда искал способы наладить с ней контакты. Вячеслав им не давал видеться, они общались через меня. Арсеньев мешает Уланову отбить его жену. И вы его отравили. Я никого не травила. Меня там не было. Валентина, орешек крепкий. Не удивлюсь, если ее алиби подтвердится. Единственная ниточка – это наш таинственный преследователь. Если он ее сообщник. Ну, это мы сможем узнать только, когда его поймают. Ты зря отказалась от охраны. Этот тип может вернуться и напасть на тебя. Я останусь здесь. Буду спать на этом диване. Это очень любезно с твоей стороны. Но толку мало. Я вообще не уверена, что хвост причастен к убийству. На фуршете его не было. И вообще на нем не могло быть никого из посторонних. Ну, значит, у Валентины есть другие сообщники, неизвестные нам. Все это как-то очень сложно, слишком. Толпы сообщников, все эти хвосты, кроты. Я думаю, ключевое звено версии – шпионаж. О нем известно со слов Вячеслава. Надо выяснить, есть ли под этими словами реальная почва. А как мы это сделаем? Надо копать. В этом деле замешаны как минимум трое. Исполнитель, организатор, жертва. Вячеслав мертв. Валентина все отрицает. Остается Евгений. Ну, он уж точно ничего не скажет. А мы не будем спрашивать. Была рыбалка, найдется и рыбка. Тебе нужно будет кое-что сделать. Полиция топчется на месте. Они предполагают, что Валентина сливала секреты бизнеса Софьи ее бывшему мужу. А Вячеслав пытался помешать этому. Ну да, и она его убила. Простите, но вам не кажется, что это как-то глупо? Будет еще глупее, если в итоге выяснится, что никакие материалы и секреты не были украдены. Тебе нужно проникнуть в дом моды Евгения и осмотреть модели, которые он готовит к показу. Екатерина Алексеевна, вам не кажется, что Евгений ни за что в жизни не допустит к своей коллекции незнакомого человека? А знакомого тем более. Меня он знает как подругу Софьи, а ты для него темная лошадка.
Включи фантазию. Только этим и занимаюсь. Это полезно. Я могу идти? Свободно. Я в бешенстве. М? Власова хочет сделать из меня тайного агента. Великолепная мысль. Из тебя выйдет просто отличная шпионка. Издеваешься? Да нет, просто завидую. Я всегда сам хотел стать шпионом. Скажи мне, в чем суть миссии? Да как тебе сказать? Пойти туда не знаю куда, перенести то не знаю что. Угу. Она не верит, что Валентина крот. Поэтому каким-то образом нужно будет пробраться в дом моды Евгении и найти эти модели, которые он украл у бывшей. Как? Минуту. Вот я и не пластический хирург. А кто? Готовься. К чему? Мир спасать. Но не волнуйся, тебе не придется бегать по карнизам и взрывать сейфы. Просто на пару часов тебе нужно стать топ-моделью. Шуня, позволь тебе познакомить, это Альбина, ведущая топ-модель дома Уланова. Между прочим, на сегодня твой личный репетитор. Ребят, честное слово, но мне не получится. Ну давайте что-нибудь более надежное. А в чем проблема? Отработаем пару движений и вперед. У каждой девушки это вправе. Доверься инстинктам. Я уже позвонила Уланову, сказала, что заболела и что подруга готова меня заменить. Другую замену он найти не успеет. Вот и отлично. Вы работаете, а я займусь портфолио. Угу. Кстати, криминалисты разобрали номер на твоей этой зеленой развалюхе. А я пробил владельца. Некий Фома Якин. У нас на него есть кое-какой материал, но так в основном мелкое мошенничество. Да ерунда какая-то, ну что, мелкий жулик. Какую он связь имеет с высокой модой? Ну это вообще твоя наводка. Ты с ним и разбирайся. По месту прописки он не проживает, где-то снимает квартиру за городом. Родители не знают где. Так что придется побегать. Тебе это будет полезно. Пожалуйста. Есть кое-что по поводу вашей дочери. Так, что? Узнал, чем она занимается? Ну, не совсем. Она уже два раза приезжает в одно и то же место. Так. Гаражный комплекс в районе Останкино. Но на въезде охрана. И пройти мимо них незасвеченно у меня пока не выходит. Ну, не густо. Еще что-то есть? Есть еще кое-что. В общем, за Лерой наблюдаю не только я. Не понял. Ну, ее плотно пасет какой-то перец на крутой тачке. Ну, на маньяка похож. Да? Так, ты его срисовал? Ну, я пытался, но он шустрый, не сумел оторваться. Значит, если не так, вот этот гаражный комплекс даже не суйся, а вот насчет этого маньяка, значит, все, прекращаем наше шифрование, значит, бери, подключай ДПС, крепких парней и вяжите его, без всяких реверансов. Как возьмете, сразу его ко мне. Неплохой вариант. Здравствуйте. 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 Вы от Альбины? Да. Борис, агент. Это Дарья. Прошу прощения, спешили как могли. Очень приятно. Евгений Уланов. Ну что, видел ваше портфолио? Весьма, весьма впечатляет. Это ваш преследователь. Работает весьма профессионально. Мне пока, к сожалению, не удалось подобраться к нему достаточно близко, но это вопрос времени. Но я его не знаю. Что ему от меня надо? Выясним, выясним. Сегодня, когда стемнеет, я смогу подойти поближе. Достаточно разобрать номер его машины, пробьем по базе, и он наш.
Если он нападет на вас? Пусть попробует. У меня помада на зубах, нет? Нет. Волнуешься? Нет. Ну ладно. Серьезно, я как будто всю жизнь этим занималась. Отлично. Тогда запомни, ты должна провести фурор, чтобы все взгляды были прикованы только к тебе. Тогда на меня никто не обратит внимания. Хорошо? Хорошо. Пошла. Ух, не пера. К черту. Сезон «Весна-лето». Современная трактовка узнаваемого силуэта. Мы, как всегда, стараемся придать традиционной форме неформальный характер. Ну что, нам повезло. Здесь есть комментарии. Я, конечно, не специалист, но в своих работах я рукой ничего не подписываю. Скопирую это и пошли Софье. Возможно, она узнает почерк. Как она держалась? Знаете, великолепно. Ну, просто прирожденная модель. И, слава богу, никто ни о чем не догадался. Готово. Здравствуй, дорогая. Что скажешь? Катя, я не могу поверить. Вячеслав был прав. Это же из нашей коллекции. Знаешь почерк? Да, да. Это Валины пометки. Какая же чудовищная неблагодарность. Но зато у нас теперь железное доказательство. Не имея времени на сочувствие, надо принимать меры. Поправляйся, дорогая. Ну вот, вы хотели доказать, вы доказали. Валентина Крот. Евгений заказчик. Но мне всегда казалось, что Евгений заботится о Софье. Они когда-то очень любили друг друга. Но ведь шпионаж не доказывает вину Валентины. Но обнаруживает такую возможность. Нет. Откуда Вячеслав мог узнать про кражу эскизов? Хотя у него мог быть свой крот в доме Евгения. Возможно, Валентина работала на оба фронта. Придется раскрыть секрет и говорить с Евгением. Я могу это сделать. Во-первых, Евгений остался недоволен. Во-вторых, он предложил мне контракт на 3 года. Похвальное рвение. Но говорить буду я. А тебе, возможно, стоит принять предложение Уланова. Или Борису придется искать новую работу. Так а что мы не так сделали-то? Нет, все наоборот, все замечательно. Выйди на минуту. Екатерина Алексеевна, если бы не Боря, вообще бы ничего не было. Это он все организовал, это он, это... Не сомневаюсь. Тогда я вообще не понимаю, в чем дело и при чем здесь его... Притормози. Если ваши отношения будут развиваться в прежнем ритме, одному из вас придется уйти. Служебные романы у меня запрещены. Это правило. Все, разговор окончен. Мне нужно подготовиться к встрече с Евгением. Добрый день. Куда-то собираетесь? Могу составить вам компанию. Ну, это еще не скоро. Будет видно. Все ясно. С компанией вы уже определились. Ну, честно говоря, я подумаю посвятить неделю высокой моды. В компании Власовой. Вот объясните мне, Ян, почему такие возвышенные натуры, как вы, так легко забывают обиды? Все обиды в прошлом. Я извинился. Вы? Оригинально. Ну, неважно. Главное, мы снова друзья. Вместо той злополучной мелодии я написал уже другую. Хотите послушать? Нет нужды. Вы ее вчера весь день насвистывали. А? А, Катя? Да, это я. Мы как раз о тебе говорили. Да говорите потом.
Ты можешь за мной приехать? Саныч куда-то запропастился, и мне нужна твоя поддержка. Уже выезжаю. Невероятно. Привет. О, привет. Опять шуметь будете? Да. Ну что, попался маньячело? Откуда? Это что, Валентина помогла? Валентина здесь ни при чем. А, понимаю. Это агент Боря и красотка Дарья. Да, способные ребята. Мы сейчас не о них. Ну, конечно. Вячеслав женился на Софье исключительно ради денег. А я считаю, что мы с Софьей должны работать вместе. Да, я сознательно хотел причинить вред ее коммерческой деятельности. С тем, чтобы в случае банкротства Вячеслав бросил ее и обратил внимание на кого-нибудь еще. И тогда я смог бы вернуть Софью в наш семейный бизнес и восстановить нашу семью. Ну, да, конечно, признаюсь, я действовал не очень этично. Ну, при чем тут этика? Вы украли чужие секреты и спровоцировали убийство. Ой, перестаньте. Если вы о Вале Спиранской, то Валя к смерти Вячеслава не имеет никакого отношения. Она в тот вечер встречалась со мной. Передавала мне очередные эскизы Софьи. Кто-то может подтвердить? К сожалению, никто. Мы встречались в моей машине, естественно, втайне от всех. Ну, слово подельника не самое надежное алиби. Тем более, что в ее кабинете мы нашли яд, которым был отравлен господин Арсеньев. Ну что, ну какой яд? Ну перестаньте, яд ей подкинули. Я просто захотели сделать козлом отпущение. Яд. Хорошо, с Валентиной понятно. Вспомните, в последние дни не было чего-нибудь необыкновенного? Любая мелочь. Накануне убийства Софье звонил французский журналист и фотограф Эмиль Моро. Был чем-то взволнован, хотел с ней встретиться, но Софья не застал, поэтому общался с Валентиной. А почему это вам показалось странным? Ну как почему? Просто потому, что он прилетел в Москву специально для того, чтобы обозревать показ последней коллекции Софьи. Ну и вы видели там на паре светских вечеринок? Он куда-то пропал. И до сих пор никто не знает вообще, где он. Хорошо, я возьму это на заметку. Пожелать успеха вашей коллекции не могу, уж извините. Вы простите. Знаете, у меня к вам огромная просьба. Вы не могли бы передать Софье, что я снимаю с показа модели, украденные у нее? Взяли. Взяли. Молодцы. Заводи. Вперед. Не понял. Саныч? Я сейчас все объясню, но только вам лично. Свободны. Проходи, садись. Ты зачем следишь за моей дочерью? Я не знал, что она ваша дочь. И я за ней не слежу. Я на нее работаю. Что значит работаю? Оказываю частную детективную услугу. Я открыл свое агентство, между прочим. Лицензии, правда, пока не получил. Валерия мой первый клиент. Она заметила, что за ней следят. Ладно, все, можешь не продолжать. Случилась какая-то накладка. Да, случилась накладка. Так, а что она делала на этом гаражном комплексе? Я не знаю. Личная жизнь клиентов меня не касается. Вы меня отпускаете? Пускаю. Это предупреждение. Спасибо. И мой совет – никакого частного сыска. Срочно найди информацию на одного человека, Эмили Моро, французский журналист. Сделать перевод? Потом, у нас полно работы. Шелов, как продвигается дело с опрятным бомжом? Глухо. Этих отпечатков нет у нас в базе. Мы не можем установить личность. Его зовут Эмиле Моро, француз. Допросите Спиранскую Валентину.
что она знает об этом человеке. Я могу идти? Я же вам не очень нужна. Очень. Перестань истерить в моем кабинете. Зачем вы нас обманывали? Уланов признал, что вы на него работали. Я выполнял некоторые поручения. Угу. Отравили конкурента? Это чушь, и я уже это говорила. Ну, одна в этом позже. Что вас связывает с Эмиле Моро? Я его не знаю, я только один раз по телефону с ним говорила. Так, содержание разговора. Я плохо понимаю по-французски, но он попросил Софью. Был немного взволнован. Да, он хотел что-то передать, о чем-то предупредить. На словах не хотел, хотел просто личной встречи. Я об этом сообщила Вячеславу. Зачем? Ну, он хотел прийти на наш закрытый показ, а такие вопросы я не решаю. А почему это так важно? А потому, что этот, короче, этот француз 3 дня назад был найден мертвым. Его зарезали и сбросили его тело в канализационный колодец. Понятно. Хотите на меня вот это все повесить, да? Да, да. Можем и на вас повесить, дальше будете темнеть. Так, рассказывай, что вас еще связывает с этим французом. Ну, как я уже сказала, я не все поняла. А потом он все время твердил о какой-то баронессе де Триаль. Стоп. Как? Баронесса де Триаль. Так, и что? Ну, я имя записала, кто такая, я не знаю. Де Триаль. Посмертная экспертиза показала, что журналиста убили ударом в затылок. Но орудие убийства полиция до сих пор не нашла. Так, издание, где был аккредитован француз, сообщило его адрес в Москве. Чистые пруды. Ну да, в 2 шагах от места, где нашли тело убитого. Убийца назначил ему встречу недалеко от дома, подкрался сзади и прикончил. А потом он избавился от трупа и унес нож с собой? Зачем? Только идиот таскает с собой орудие убийства. Он должен был избавиться от него как можно скорее. Так, подождите. Нет, полиция обыскала все. И вряд ли они бы не заметили вот такущую улику. Ну, значит, не все обыскали. А что там по поводу баронессы де Триаль, о которой говорил Шилов? С ней удалось связаться? Она умерла около года назад. 62 года. Бывшая модель, владелица парфюмерной фирмы. Кстати, я нашла пару статей Моро о ней. Видимо, они были друзья. Он ей помогал в работе над мемуарами. Как она умерла? Сердечный приступ. Но даже мне это интересно. Я кое-что нашла. За 1/2 года до смерти она вышла замуж за одного из своих поклонников. На 20 лет моложе ее. Да более знакомый сценарий. Я нашла видео с похорон. Прошу. Останови. Вот второй справа. Можешь увеличить лицо? Узнаю скорбящего вдовца. Это же Арсеньев. Нет, это не просто брачный аферист. Все гораздо серьезнее. Этот парень втирался в доверие к богатым дамам, женился, а потом отправлял их на тот свет. Я думаю, Эмили Моро приехал в Москву и посетил дом моды, узнал Вячеслава, хотел сказать Софье об опасности, но не успел. Шилов, я хочу посмотреть место, где нашли тело Моро. Это люк. Открыть? Это ни к чему. Надо попытаться восстановить картину преступления. Так. Место выбрано не случайно. Ну? Оно достаточно глухое. Ночью здесь должно быть очень темно. И безлюдно. Тогда был очень сильный дождь. Значит, Вячеслав позвонил французу и ожидал его вот здесь. Тот вышел, подкрался к нему сзади и нанес удар. Моро никогда бы не пошел на встречу с Вячеславом, зная, какой он человек и на что он способен. Ну хорошо, может, у Вячеслава был какой-то сообщник. Допустим, это ваш пресловутый хвост, этот Фома Якин. Моро невысокого роста.
и удар был нанесен снизу. А Вячеслав – шкаф под 2 метра, и Фома немного ниже. Если они зашли бы сзади, они бы нанесли удар сверху. Ну, может быть, он его завалил, а потом уже заколол? Вряд ли. Он бы успел крикнуть. Чистые пруды рядом, а там и ночью полно прохожих. Ну да. Ну хорошо, ваш вариант. Дайте вашу авторучку. Пожалуйста. Обнимите меня. Ну лучше. Делайте, что я говорю. А? Больно же. Что это значит? Моро зарезали, стоя к нему лицом к лицу, обняли его, а потом нанесли удар снизу. Ой, женщина. Но в колодец журналиста бросила не она. Для этого нужна мужская сила. Да. Я думаю, они здесь были оба. Оба, то есть Вячеслав и Валентина? Mm-hmm. Но подождите, Валентина работала на Евгению, значит, Вячеслав для нее скорее противник, а не подельник. К тому же, зачем она его хотела отравить? Вы слышали пословицу? Умная тёлка 2 маток сосет. Но... Валентина работала на 2 стороны. А вы не забывайте, что у Софии в крови, между прочим, тоже обнаружен яд. Значит, что получается? Значит, Вячеслав хотел убить свою жену, чтобы овладеть ее бизнесом, но тут появился француз, он его убирает и потом думает ускорить события и избавиться от Софии. Засыпает яд, но тут появляется пасынок, наезжает на него, он перепутал бокалы, и все, ему конец. Не верю. Почему? Что холодный, расчетливый убийца мог допустить такую нелепую оплошность. Знаете, я отвечу в вашей манере, пословицей, да? На старуху, извините, бывает тоже проруха. Правильно ведь, да? Ага. Явился, не запылился. Шилов мне рассказал про твои подвиги. Хочу извиниться. Садись. О, сильно бока намяли? Как вообще ты до этого додумался? Переоценил себя. Я думал, что научился чему-то, когда был вашим напарником. Ну, как напарник, ты бывал полезен. Не стану этого отрицать. Постой-ка. Вячеслав прорабатывал свои аферы много раз, и ему бы очень пригодилась верная напарница. А ведь я тебя знаю, голубушка. Да, лицо ты можешь скрывать сколько хочешь, но балетную пластику тебе не скрыть. Браво. Да, это я. Слава, мой брат. Артём и Софья об этом не знают, я так и не решилась им об этом рассказать. Теперь все откроется? А вы знаете, я вам даже благодарна. Вы как будто сняли тяжелый камень с моей души. И всего-то? Вы же знали, чем он промышлял. Я догадывалась, но не хотела в это лезть. Он старше меня на 15 лет, а родители умерли, когда мне было 6. Фактически, я росла у Славы на руках. Он не посвящал меня в свои дела, оберегал таким образом. Очень трогательно. Прокурор будет рыдать, зачитывая вам приговор. Можете думать, что хотите, и я не рассчитываю на снисхождение. У вас была отработана схема. Вячеслав убирает с дороги Софью. Вы замужем за недотёпой Артёмом. Наверняка вскоре и его бы сгубило какое-нибудь несчастье. И тогда все достается вам. Зачем вы убили брата? Делиться не хотели? Я этого не делала. Но догадываюсь, кто мог бы это сделать. Ну?
Они были любовниками? Зачем вы их снимали? Я уважаю Софью и хотела открыть ей глаза. Но уже поздно. И что дальше? Слава узнал, что это Евгений подослал Валентину и порвал с ней. И хотел даже уволить. А почему вы мне не рассказали этого раньше? Ну, потому что Слава мой брат. И никто из Улановых о нашем родстве не знает. И вас это устраивало? Ну, я привыкла быть в тени других людей. Так легче. Да. Добрый день. Мне надо срочно поговорить с Валентиной. Ее выпускают. Я как раз готовлю документы об ее освобождении. А с какой стати? Потому что у нее алиби. Все улики против нее косвенные. Вы опять гоняете за призраками. Вячеслав сам себя отравил. Перепутал бокалы и помер. Все, дело закрыто. Вы всегда бежите впереди паровоза. У меня новая информация. Хотя бы минуту выслушайте. Полминуты, пожалуйста. Есть две подозреваемые. Ирина и Валентина. Ирина его сестра, Валентина любовница. Обе теоретически могли быть его напарницами при убийстве Эмиле Муро. Обе могли избавиться от Вячеслава, подменив бокал, предназначенный для Софьи. Однако, кто бы из них ни был виновен, я знаю, как ее поймать. Ну и как? То, что вы отпускаете Валентину, даже хорошо. Магнит достаточно мощный. Притягивает любой металл. Ух ты. Слушай, Саныч, а ты можешь сделать вот такое же, только чтобы магнит был еще мощнее, и чтобы вот это все работало под водой? Угу. За ночь управлюсь. Я пошел. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, садитесь. У нас для вас радостная новость. С вас сняты все подозрения, вы свободны. И искренне хотелось бы принести извинения за причиненные вам неудобства. Не стоит. Это было очень интересно. Валентина, приезжайте, можете объяснить мне это? Он поймал меня на краже эскизов. Грозился рассказать все Софье. Ну и в качестве компенсации пришлось принять его ухаживание. Вы зря принимаете меня в штыки. Я просто хочу разобраться в деталях. В любом случае, завтра будет поставлена в деле точка. Вы нашли убийцу? Ну, убийца, кто бы он ни был, он совершил оплошность. Убил еще одного человека, Эмиле Муро. Евгений Алексеевич, ну зачем вы раскрываете его? Зачем вы раскрываете секретную информацию? Ну, Валентин не имеет отношения к этому убийству. Иначе никогда бы не рассказала о подробностях того телефонного разговора. Да, приятно, что хоть у кого-то есть мозги. Благодарю. Полиция предполагает, что убийца выбросил нож в пруд. При помощи аппарата мы завтра обыщем пруд и найдем орудие убийства. Останется снять отпечатки пальцев с рукоятки и ДНК. Здравствуйте, я к полковнику Шилову. Проходите, проходите. Так, и что, Саныч, что? Магнит достаточно мощный. Ага. Он притягивает любой металл. Ух ты. Вот, видите? Здорово. Саныч, слушай, а ты не можешь сделать вот такой же аппарат, только чтобы у него был мощный магнит, и чтобы он мог работать под водой? За ночь управлюсь. Отлично, отлично. Ну, я пошел. Угу. Всего хорошего. Да-да-да. Ой. До свидания. Да. Меня вызывали? Да, да, проходите, проходите, садитесь. А скажите, пожалуйста, вы не могли бы
под протокол еще раз рассказать то же самое, что рассказали Екатерине Алексеевне. Понимаете, благодаря вам мы установили мотив убийства вашего брата Валентины Спиранской. Она созналась? Нет, конечно, нет. Но это и не требуется. Помогая вашему брату, она убила французского журналиста, который собирался разоблачить Вячеслава. Чтобы это доказать, потребуется завтра утром обыскать дно Чистых прудов. Это единственное место, куда она могла спрятать нож, на котором остались отпечатки пальцев и ДНК. Вот, видите, мы уже разработали инновационный аппарат. Вот. Ваши слова внушают надежду. Я могу попросить вас еще об одной услуге? Да, пожалуйста. Информация о том, что мы со Славой родственники, дойдет до моего мужа? Нет, 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 что вы, это секретная информация, секретная. Это ваша тайна. Решайте, как с ней поступить. Спасибо вам. Хоть у кого-то здесь есть сердце. Благодарю. Не буду вам мешать, пишите протокол. До встречи, подполковник. До встречи. Конечно, прекрасная, очень интересная идея – обыскать пруд. Я понимаю, это хорошее место для сокрытия улик, но вы знаете, есть такая вещь, называется вода. Понимаете, даже если нож найдется, все равно вода, она смоет и ДНК, и отпечатки. Это знает даже самый плохой криминалист. Я не разбираюсь в криминалистике. Это я уже полагаю, понял. Что убийца тоже вряд ли был силен в этих вопросах. Ладно, хорошо. Так, кого мы все-таки ждем? Валентину или Ирину? Меня устраивают обе. Или вы хотите сделать ставку? Отличная ловушка, прям шоу какое-то. Говорят, в интернет уже выложили. И знаете что? Я думаю, что Интерпол должен мне объявить благодарность за помощь в расследовании убийства гражданина Франции. И если эта благодарность будет, с меня причитается. Подойдет бутылочка шампанского? Советского? Я не пью. Так, подождите. Значит, вы ставили на Валентину. Значит, что получается? Ирина совершала все злодейства по принуждению своего брата. И не могла ему перечить до тех пор, пока не влюбилась в Артема, который тоже должен был стать жертвой. Значит, вы просто ей сочувствуете по-женски. Я не испытываю к Ирине никакого сочувствия. Да? А почему же вы так расстроены? В деле осталось белое пятно. Какое? Фома Якин. Непонятно, на кого он работал. Ну, может, он просто ваш поклонник, это оборотная сторона вашей славы. К чаю не зову. Устала. А я не а хочу. Сейчас наша новая участница Валерия Шилова хочет передать привет своему папе. Это дочь моя, Лера. Я хочу поздравить своего папу, подполковника полиции Шилова, и исполнить для него свою новую песню, которую я только вчера записала. А, вот понятно, чем она втайне от нас занималась. Едем срочно к дочери. Мне надо задать ей пару вопросов. Ян, вот послушайте, это новый шлягер той же певички. Разве не это вы сейчас играете? Да как это может быть? Да что ж тут удивительного? Вместо того, чтобы заниматься творчествами, вы целыми днями обхаживаете эту вертихвостку Власову, потакаете ее криминальным похождением. Так вместо оригинальной музыки вы заново начнете сочинять Чижика-Пыжика. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, доченька. Поздравляю. С чем, пап?
сегодня в эфире звучала ее песня. Лера! Ну, там только слова мои, а музыку написал один молодой композитор. Вот этот? Да, это Фома. Где его можно найти? Ну, говори. В музыкальном магазине он работает. Он очень талантливый композитор. Да просто гений. Что происходит, Олег? Дело в том, что музыку к ее песне написал великий Ларин. А этот гений просто подслушал ее и стырил. Все, ладно, я пошел, меня внизу Власова ждет. Ты серьезно? Она что, даже к нам не поднимется? Зачем? Зачем ей подниматься в семью плагиаторов? А по-моему, стартап удался. Денег особенных он, к сожалению, не принес, но все-таки позволил обезвредить опасную преступницу. Как вы считаете, стоит продолжить разработку? Саныч, давай договоримся. Ты остаешься просто хорошим водителем, а я повышу тебе оклад. И впредь обо всех своих идеях докладывать мне на стадии их разработки. Добрый день, Ян. Вынуждена прервать твои творческие муки. Прости, Катя, я немного не в форме. Вижу. У меня лекарство, пойманный хвост. Дело в том, что это был не мой хвост, а твой хвост. О каких хвостах идет речь? Я была к тебе несправедлива. Это не ты воровал мелодии. Наоборот, их воровали у тебя. Ты имеешь обыкновение разгуливать и насвистывать свои темы. Ну, а кое-кто воспользовался этим. Не переживай, его уже поймали. Наливочка от Лилечки. Екатерина Алексеевна, я узнал о вашем решении от Даши. Мне очень жаль покидать этот салон, но я прошу вас уволить меня по собственному желанию. Вы что-то хотели сказать? Слушаю. Я приняла решение. Я считаю совершенно недопустимым, чтобы наш салон, чтобы ваш салон терял такого специалиста, как Борис. Поэтому уйду я. Отставки не принимаются. Вы свободны. Вы же сказали, что это общее правило. Мой салон – мои правила. Хочу – устанавливаю, хочу – отменяю. Идите работать, а то уволю обоих за разгильдяйство.